Привет, друзья! И да, нас уже 5К. И в честь этого я выпускаю этот видос. Ну а перед началом этого видоса я хочу, чтобы вы полностью погрузились и прочувствовали всю историю канала от початка до конца. Ну а початок история берет 2017 года, 17 декабря. Тогда я создал свой канал и начал нелегкую дорожку ютубера. Создал я канал под названием Игроманы. Тогда я еще говорил на украинском языке. И с аватаркой джойстика. Вот сейчас будет. Свое первое видео я записал на старенький телефон, тогда, кстати, новенький, Redmi 4 или 3, вот фото. Я честно не помню. Кто разбирается, можете написать. Он был посвящен, конечно же, Майнкрафту. В той час, кстати, Майнкрафт был популярный, я играл в Майнкрафт, меня эта игра интересовала. И в той час я даже не подозревал, что буду заниматься Ютубом, а тем более наберу 5К подписчиков. Спасибо вам большое, я очень рад. А ролик снял просто ради веселья и просто чтобы попробовать, как это снимать видосы. Тогда мне казалось, что это круто. Снимал я Майнкрафт, игры, всякие обучающие ролики. Ну, чаще Майнкрафт, конечно же. До 2018 года. Не скажу, какое именно число, но помню, что это была осень. И тут я решил снять поход в заброшку. И этот видос стрельнул просто. И с этого момента у меня на канале появится новая рубрика про заброшки. И закончится эта рубрика на моем канале в 2019 году. 23 марта. Самое первое видео про заброшки YouTube удалил. Уже не помню по какой причине. Там были очень много матов. Не помню, если честно. Помимо заброшек я снимал еще снова Майнкрафт, обучающие ролики, игры. Но они уже не набирали тех просмотров, как заброшки. С заброшек я получил около 300 подписчиков. И в 2018 году, 13 мая, я снова запустил новую рубрику. Обучающие уроки на гитаре. Которая снова выстрелила. И да, говорю. Микрофона, хорошей камеры у меня на той час не было. И теги я не писал. Но та рубрика все равно стрельнула. Не знаю, как это получилось. Вот эта рубрика тоже набирала очень много просмотров и закончилась в 2019 году 27 марта. Помимо заброшек и обучающих игр, я запустил рубрику «Влоги» и «Челлендж». Снял свой первый стрим в 2018 году 3 августа и дальше продолжал снимать Майнкрафт и некоторые игры. И тут выходит видос. Новая рубрика. Так он и назывался. В 2018 году 31 августа. Которая является потрясающей рубрикой для моего канала. И это оценка. Многие и не вспомнят, и не знают, что это за рубрика. Только олды помнят. Я помню просто, как я ее придумал. И сейчас расскажу. Сидел я как-то и думал, какую рубрику запустить на моем канале. Потому что рубрики про заброшки и обучающие ролики на гитаре очень упали в просмотрах. И тут что-то я вспомнил про школу или задумался, не помню. И подумал, а что если я буду как учитель оценивать только не вашу успеваемость, например, а каналы. И тут я бегу снимать, записывать оценку. И эта рубрика выстреливает. Закончилась она аж в 2020 году 21 августа. Да. 31 августа она началась, а 21 закончилась. Это, наверное, самая длинная рубрика на моем канале. И принесла мне она около 1500 подписчиков. Это просто, это разрывная рубрика. Если бы не она, ну, мне кажется, я бы забросил YouTube. И с этого момента я начинаю записывать только оценку. Да, какие-то рубрики, как Майнкрафт, игры, обучалки и так далее были, но больше было оценок. Еще я запустил новую рубрику «Игры с музыкой», но она пробыла недолго. Только два ролика записал с этой рубрикой и
и она завалилась. В этот момент я начал делать стримы по оценке и выпустил рубрику «Сериалы в Майнкрафте», которая набрала тоже очень много просмотров, и история персонажей в Бравл Старсе. Вышел только один ролик по этой рубрике истории персонажей в Бравл Старсе, но она набрала очень мало. И дальше, в 2019 году, 14 августа, я запускаю конкурс «Подписчик месяца», который заключается в том, чтобы выбрать лучшего подписчика и дать призы. И в 2019 году, 23 августа, я снял реакцию на телефоне, которая набрала нормально просмотров, но ее было сложно снимать. И в 2020 году, 7 ноября, я выпустил видос по игре на ноутбуке. И дальше я забил на оценку. И начал делать видосы по играм и всякой хрени. И что вы думаете? У меня очень упали просмотры. Я просто выгорел. И я хотел забросить канал. Начал снова записывать оценку, но с 200 просмотров просмотры упали до 30-60 просмотров, где-то так. Все ушли просто. Но я как-то выкрутился и вернул просмотры. Даже еще больше. Теперь у меня было около 200-300 просмотров. Добил 1000 подписчиков в 2020 году и 18 июня снял вопрос-ответ. Этот видос просмотров много не набрал, и тут я решил снять реакцию. И в 2020 году, 15 июня, я снял. Реакция была на Мармока ремикс. Сделал какое-никакое превью, и он выстрелил и набрал космическую тогда цифру 1200 просмотров. И тут у меня был очень и очень тяжелый выбор. Да, у меня даже была такая депрессия из-за этого. Самый тяжелый за весь канал. А выбор заключался в чем? Снимать мне реакцию и продвигаться еще больше в этой теме или записывать только оценку и игры. Иметь просмотры, но не продвигаться. Или продвигаться, но очень тяжело. Почему он был тяжелый? Потому что если я заброшу оценку, актив снова упадет. И реакции могут не набирать столько просмотров, как оценка. И если бы с реакциями у меня не получилось, я бы упал на дно. И тогда я бы точно удалил канал. Но я понимал, что если я останусь с оценкой, я не буду продвигаться или буду, но очень плохо. Очень прям. Я думал над этим выбором целую неделю и рискнул. Снял последний видос по оценке. Кстати, в этот видос я уместил 3 оценки и начал записывать только реакции. И просмотры поднялись от 200-300 просмотров до 700-900 и даже 1000 просто. В некоторых моментах было. Но все было хорошо. Подписчики росли, но монетизации не было. Дохода, конечно, тоже не было. Был, конечно, но очень маленький. Аппаратуру не было за что покупать. И тут я снял реакцию на Брайана. Последняя кнопка 2. И тут бум просто. Я записал 2 части, и они выстрелили. Первая часть набрала 10к просмотров. И с нее я получил монетизацию. Вторая, конечно, набрала очень мало, 500 просмотров, но все равно очень круто. С этих реакций я набрал 3700 часов. Эта реакция является до сих пор самой популярной реакцией и видосом на моем канале. Все, монетизацию я получил, просмотры били, но тут случилось страшное. Пока я занимался монетизацией, я забросил канал и актив начал падать. 700-900 до 100-150 просмотров. Но на данный момент, благодаря вам всем, актив вернулся на место. Актив, конечно, не такой, как был, но сейчас актив 400-500 просмотров. Тоже нормально. Ну что ж, вот на этом вся история канала подошла к концу. Надеюсь, вам понравилось. И я очень надеюсь, что вы погрузились в эту историю и прочувствовали весь мой путь от начала до конца. Ну что ж, вот вы выслушали всю историю канала, а теперь пару слов от меня.
Всем большое спасибо за эту цифру 5к подписчиков. Но если честно, цифра для меня не имеет никакое значения. Главное это вы. Ваша поддержка, ваши лайки, хороший комментик. Над этим видосом я трудился целых 9 дней. Первое, я учился монтировать голос, чтобы вам было приятно слышать. Второе, я учился монтировать тоже, чтобы вам было приятно смотреть. И это все для вас. Я жду тоже взаимности. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите крутой коммент. Всем до встречи. Хорошего вам дня. Пока.